Ну что, дети, мы с вами приехали на пикник. Перекусим и пойдем в путь, да? Ярик, помаши ручкой. Или Баха. Приветствую вас, друзья. Приехали с детьми в дальнее путешествие. В лес. Сейчас перекусим и пойдем искать. Смотрите, мы здесь ни разу не были. А у Глебки у нас что? Наггетсы! Ура! Лес лиственный. Кстати, тут клен, смотрю, растет. Дуб, липа. В общем, будем искать что-нибудь интересное. Погнали с нами. Вперед. Опа. Глебась, ну что, погнали, Глебась? Да. Погнали. А ты убиваешь? Ага, друзья, нашли. Смотрите, что нашли. И это зацветает черемша. Красота. Дикий чеснок или медвежий лук. Тут же растет смыть. Хорошая. И смыть. Еда. Нашли еду. Эти мы нашли черемшу. Глебка, ты доволен? Ура! Смотрите, друзья. Ковер из черемши. О, сколько ее. Она тут сплошным ковром. Вон туда, дальше ее. А, вот здесь вот сныть. А здесь, видите, сплошной. Можно набрать уже целую кучу черемши. А, нашли черемшовый лес, отлично. Супер. Пойдемте дальше. Давай, Глебась, черемша. Ну-ка, кушай. Ты скажешь, какой вкус. Ой, не падай. Папа, смотри. В корзину наступил. Ты кушаешь, Ярик? А, эти детки. Ну-ка. Отличный вкус. Ярик, ты доволен? Я! Глеб наступил в корзину. Хлеб взяли с майонезом. Сейчас будем черемшу с хлебом. Да, приятно так. Мы с Попаном находили один раз черемшу, но не столько много. Здесь, вот, смотрите, она сплошная, густым ковром. Ну, я пробовал такие листики, вкусные. Ну-ка, пучок раз. Надламываешь. Так, аккуратненько. Срываешь, оп. Пучок. Красота. Ой. И кругом, смотрите, все черемша. Черемшовое счастье. Ха-ха. Ну что, друзья, корзиняка, черемши. Я думаю, нам хватит салатик покушать. Достаточно. А вообще, я тут целый океан. Она, кстати, смотрите, зацветает. Видите, бутоны вон. Скоро зацветет. Вон они. Классное растение. Салат обалденный. А еще молодую можно собирать. Но я этого не делал еще ни разу. Это надо в следующем году. Весной, когда она только пойдет первая. Это, наверное, в апреле. В начале. Будет черемша молодая. Собрать ее и замариновать. Дети резвятся. Ну, а мы отправляемся дальше в путешествие. Ну, что, погнали, ребята? Ну что, Глеб, пошли? О, лужа огромная. Там лужа. А у тебя шея похожа на лужу. Едем. Давай, Глеб, рули. Глебка рулит. Я тоже хочу. Проедь, Глебась, проедь, тут поле уедет. Катаемся. Классно, Глебась. А ты доволен? Теперь Ярик едет. Что, Ярик, у тебя лучше получается? Я снимаю, Глеб, вниз. А Ярик едет. Мне просто играть. Ярик, ты уже большуха. 13 лет, да?
нормально. Нормально едет. Молодец, Ярусь. Все, друзья, погнали в поле. Разгон не бери сильно. У-ху! Погнали. Папа, разгон не бери. Лепка, ты куда? Пойдемте, друзья, посмотрим. Скажи. Цветут цветы. Вот оно, друзья, купальница европейская. А верхушку можно? Ярик кушает прибулу, барашки. Цветочки нельзя, сынок. А такая красота здесь растет. Вон сколько их. А вот и барашки. А вот это, друзья, чимерица. Чимерица. Смотрите, какая густая листва. Только я не знаю, какая чимерица. Либо зеленая, либо черная. А может и белая. Но это надо приезжать в августе смотреть. Красотища, друзья. Супер место. Вон там вот желтенькие есть барашки. Вон там тоже барашки желтенькие. А здесь купальница. Все-таки они красивые, да? Купальницы. Красивый цветочек. Здесь еще только зацветают, видите. А эти уже, смотрите, почти расцвели. Но тоже не до конца. Видите, какой цветок. Вон они. Вот они. Я аккуратненько хожу. Смотрю под ноги, чтобы никуда не наступать. Это все барашки. Примула. Первоцвет. Как ее только не называют. Ну, кстати, их можно есть. Но только немного. А то придется за бумагой бежать. Если она есть. Никак не могу налюбоваться. Чимерица. И здесь встречается, видите, сколько чимериц. Но она будет только в конце июля и в начале августа, где так вот цветет. Надо будет приехать посмотреть. Так красиво, да, смотрите. Какая листва. А это, кстати, друзья, ракитник цветет. Что-то он как-то обычно гуще. Может быть, он немножко замерз. Видите, через один. Глебка. А вот и медуница узколистная. Лепка уже внизу. Ветерок сегодня, друзья, такой был. Ух, холодный.
Клепку! А вот и горицет весенний. Редкий цветок. Он уже, кстати, отцветает, смотрите. Еще вот есть. А здесь уже отцветают цветочки. Красиво. На грибах пошел по дебрям. Она. Путешественник весь в папу. А вот и ветреница лесная. И, кстати, ирисы. Ирис безлистный и ветреницы, смотрите, беленькие. Вот они. Красивые цветочки. О, а вон и ирисы, смотрите. Цветущие. Аккуратненько идем. Чтобы... Смотрите, красавчик. Дикий ирис. Называется касатик безлистный. Вон еще один. Ветреница. И горит свет. Он не желтенький, и горит свет. Какая красота. Хотели речку перейти, но дерево ненадежное оказалось. Хотя рядом. Смотрите, какая вода прозрачная. Но правда плывет чего-то. Вот она, ветреница. А вон Глебка. Ползет наверх, гора такая. Камушек красивый. Добрался! Молодец! Погнали! Еще один ирис попался. А вот и незабудки. А можно ему гору? Че, устал, сынок? Гору подняли, друзья. Ой, гребси. Вон они. Какие-то на горе кусты растут, деревца вот эти вот. Я их где-то не встречал в других местах. И этот цветок мне тоже попался. Все время забываю, как называется. Так беленький. Похож на землянику, но это не он. Красивое место здесь. Сосновый лес. Чего там у тебя, Глебачик? Какая речка красивая. О, сосновый лес. Фантастика. О, а там камни. Может, перейдем? Нет, здесь не перейдем. Не допрыгнем. Немножко. Переходим речку с детьми. Я перешел, Глебку перенес. Сейчас Ярик. Давай, Ярусь.
Ярик, ты идешь? Сейчас. А там как будто озеро. Она не слазит, точно? Давай, давай, Ярик. Ну, немножко с помощью Ярик тоже перешел. Давай, Ярик, последний шаг. Речка небольшая, но такая, смотрите, бежит водичка. Хорошо. Шурчит. А там как водопад. О, пороги. А вот и озеро. И Глебка. Да, здесь мы не перейдем. Кинул камень. Я вижу. Какие водоросли красивые там под водой. Порезался, Глебась? Это травка острая, это осока. Острая. Береги пальчики. Ну все, Ярусь, погнали. Погнали, Глебах. Ты опять споткнулся, сынок. Прям муравейник. Где муравейник? О, муравей. Глеб, помаши ручкой. Пока. У меня царапинка. Ничего страшного. Всем пока. Все, пока, друзья. Мы погнали.